Друзья, всем привет! Недавно делал поплавок по-простому. И мне пришла еще одна идея, как сделать поплавок, который получается очень бюджетный, надежный, также по весу можно собирать какой угодно. Буду использовать простую деревянную планочку. 1,5 на 1 сантиметр. Отмеряю 5 сантиметров. Обрезаю. Канцелярским ножиком убираю углы. С одной стороны отступаю 2 сантиметра и ставлю точку. Провожу линию по окружности. Теперь просто надо стругать ножиком и сужать к середине. С другой стороны отступаю примерно 0,5 сантиметра и так же само черчу линию. И так же само с этой стороны ножичком чуть-чуть убираем. Получается такая заготовка. Зажал в маленькие тиски и зашкуриваю наждачной бумагой. С одной стороны черным маркером ставлю точку, ровно по центру. Затем точно так же, только с другой. Не спеша высверливаю отверстие. Так же само с другой стороны. Пригодятся тоненькие бамбуковые шпажки. Заливаю суперклей в отверстие. И всаживаю бамбуковую шпажку. Это у нас будет антенка для поплавка. Очень легкий и практичный материал. И стоит недорого. С другой стороны буду использовать зубочистку. Укорачиваю. Заливаю суперклей. Приклеиваю две части между собой. Немного укорачиваю антенку поплавка. Верхушку для поплавка сделаю из обычной пробки, в которой высверливаю отверстие. Возьмем небольшую его часть. Оставляем серединку, в которой мы просверлили отверстие. Наждачной бумагой сглаживаем углы и делаем такую круглую форму. Промазываем суперклеем. И приклеиваем на верхушку. Лишнее обрезаю ножницами. Покрашу поплавок самым простым лаком для ногтей. Наношу лак в 2 слоя. Также еще покрою в 1 слой прозрачным автомобильным лаком. Спасибо всем, кто меня смотрит. Подписывайся на канал, ставь лайк, чтобы не пропускать новые интересные видео.